Всем привет, я поставил таймер. Ладно, не важно. Всем привет, Таня, с вами. Что мы делаем? Мы играем Fallout New Vegas. Шучу. Мы играем в Skyrim. И у нас есть то, что пришли... Как там этот город называется? Забыл. Месяц Рафа. Да? Это что еще за воин? Он только когда-то встретится. Да. И что? Я лучше отойду. Ну что, я же по сам поговорю. Я рада помочь всем, чем могу. Я уже говорила, рада буду помочь, чем только смогу. Бери все, что нужно. В пределах разумного. Ну что, яблок. Оставим. Остальное оставите себе. Славного денька. Я тебе говорил, что моя сестра нам поможет? Да. Все истинные дети Скайрима должны встать на его защиту. Тебе стоит пойти со мной в Виндхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Хорошо. Сегодня мы все видели истинное лицо Империи. Если кто-то и знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. Надеюсь, что так. Скайриму нужны такие, как ты, чтобы бороться за свободу. Давай, нам пора идти. Идем. Что? Ну, чё? Я не понимаю. Что я должен сделать? Надеюсь, увидимся в Виндхельме. Просто иди на север, не ошибись. Ярл Балгров до сих пор открыто не присоединился ни к одной стороне. Так что... Так, скажите. Что мне надо сделать? Что делаю? Что-то с этим управлять. Я вам бегу Айдра. Журнал. Как мне туда попасть? Как его доить? Доить. Так. Куда мне надо? Куда мне надо? А как туда попасть? Проигрываю. Не показывай. Я ору. Мне, честно, как не присоединить? Я не понимаю. Ладно, вот этим время сидят тут. По крайней мере, тебя там не схватят имперцы. Я тут от... Да хранят тебя боги в столице Ульфрика, Виндхельм, на северо-восток отсюда. Найди там человека по имени Галмар Каменный Кулак. Он правая рука Ульфрика. Он занимается новыми рекрутами. Я замолвлю за тебя словечко, если доберусь в Виндхельм раньше тебя. Я тут отдохну немного. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, хочу, значит... Нужен Виндхельм, да, он сказал? Один тут Виндхельм. Это Вайтран. Виндхельм. А потом отправлюсь. Я так и хочу узнать, как это сделать.
Ты не против боли? Я не понимаю, как тебе нужно мне попасть? Куда мне надо идти, я так и не могу понять. Не, ну я хочу к ним вступить, как так возможно, это бред. Okay. Береги себя. Тю, ребята, к ним так и нельзя вообще попасть. То, что мне не показывает карта, блин, ну ладно. Ладно, что поделаешь? Значит, повторим, знаем его слова. Смотри в оба. Столица Ульфрика, Виндхельм. Наси... Я замолвлю за тебя словечко, если доберусь в Виндхельм раньше тебя. Все, 5 минут. Я тут отдохну немного, а потом отправлюсь в Виндхельм. Береги себя. Дядя Ранов, а топор дашь посмотреть? Сколько ты убил имперцев? А ты правда за руку здоровался с Ульфриком Буревестником? Фроднер, сейчас не до игр. Иди и последи за южной дорогой. Если увидишь имперских солдат, прибеги и скажи нам. Ну, мама, я хочу остаться и послушать дядю Ралофа. Мама, что сказала, мальчишка? Посмотри. Секунду. Ты взрослый почти. Скоро и сам сможешь сражаться. Правда? Не бойся, дядя Ралов. Я посторожу, чтобы солдаты к тебе не подкрались. Ну, Ралов, в чем дело? Вид у вас обоих довольно потрепанный. Я не помню, когда в последний раз спал. С чего начать? Короче, насчет Ульфрика это правда. Имперцы подстерегли нас у Черного Брода. Они точно знали, где мы. Кто же выдал? Это было... Ну да, 2 дня назад. Утром нас привели в Хелген, и я уже думал, все кончено. Выстроили нас перед палачом и приготовились рубить головы. Вот трусы. Они не посмели привести Ульфрика на честный суд. Еще бы, судить за измену того, кто сражался за свой народ. Тогда весь Скайрим узнал бы правду. Но потом, откуда ни возьмись, налетел дракон. Когда я об этом услыхала от твоего друга, то тоже сперва не поверила. Мне самому трудно поверить. А я-то своими глазами все видел. Самое удивительное, не будь дракона, нас бы уже не было в живых. В суматохе нам удалось удрать. Мы что, первые, кто добрался до Ривервуда? Насколько я знаю, по южной дороге никто больше не проходил. Хорошо. Тогда, возможно, мы на время задержимся. Мне очень не хочется подвергать опасности твою семью, Гердору, но... Глупости. Живите у меня сколько потребуется. С имперцами я разберусь. Друг Ралофа, мой друг. Я рада помочь всем, чем могу. Полагаю, снаряжение — это оружие и доспехи. Алвор сможет тебе помочь. Он наш кузнец. Ладно, мне нечего. Ладно. Спасибо, сестренка. Я знал, что мы можем на тебя положиться. Мне надо возвращаться к работе, пока меня не хватились. Но кто-нибудь еще спасся? Ульфрик, он не... Не волнуйся. Я уверен, что он уцелел. Разве какому-то там дракону под силу остановить Ульфрика Буревестника? Я впущу их в дом, покажу там, где что лежит и все такое. То есть допьешь с ними всю нашу медовуху. Жалко, что не показывает. Удачи, братик. Еще увидимся. За меня не беспокойся. Я умею быть незаметным. Потом. Безбожные имперцы. Тихо, не останавливайся, я буду сзади. Много времени потратил. Кстати, вот, наверное, получше больше, но это будет слишком мало.
к этому разговору ничего не услышали. Так, надпись не зашла. Пустую. Прошло пустую, ладно. Пэм-пэм-пэм, как скучно. Пэм-пэм-пэм, пэм-пэм-пэм. Яйцо? Да, ничего, нет, не все. Мы... Сражайся достойно или умри достойно. О, что такое сделал? Да хранит тебя Талос. Надеюсь, увидимся в Виндхельме. Удачи. Смотри в оба. Ладно. Я тут... Да хранит тебя Талос. Дракон хотел его спасти. Что? Это вряд ли. Даже Ульфрик вряд ли смог бы вытащить дракона из рукава. Повезло нам, что он напал именно в этот миг, а? Ох, и не хотелось мне бриться у имперского палача. Понимаю. Я тут отдохну немного, а потом отправлюсь в Виндхельм. Да, ух. Береги себя. Что ж, все-таки, наверное, ничего. Ладно, я возьму это. Еще вон бумаги. И поспим долго, наверное, не спали. Мы отдохнем. Наверное, часиков пять. Нет, давайте 7. Вот 7 часов. Давайте только, в принципе, отдохнем. Как мы снимаем, все, можем идти. Да это... хранит тебя Талос. Да тебя тоже. То есть уже ночь? Ну что, мы погуляем ночью? Да, уже, в принципе, ночь. Думаю, спать мы дальше не будем. Мы пойдем по ночному городу. Я поеду сюда еще из-за того, что... Не-не-не. Потому что больше некуда. Потом пойду и вернусь. Так, останемся так. Ну что, пошли. Давай. Давайте. Пожелайте мне удачи. Значит, пока я дойду до этого места, я запись не останавливаю. Сколько бы она ни было, если она будет уже закончена. Так, прошло 13 минут, у нас еще есть время. Короче, пошли по этому городу ночью. А, тихо. Ладно, пошли дальше. Это скучно на дворе. Делать ей сейчас нечего. Так, давай, забирайся. Ну ты нападай, никакого экшона. Кто? Где? Ах ты! Убью, слышишь ты? Ганца! Ах ты! Ах, я не вижу волков, они меня пугают до смерти. Вот еще один! Хватай, на тебе! Ха-ха-ха-ха-ха! Блин, это было прикольно, вы это видели, как я ему мазал? Какая же спецера пытается работать? Ну, честно. Давай, горка! Нет, никакая горка. Не обращайся. Внимание, стой, это не важно. О, это
имперцы. А ну, подождите. Попробую вступить с ними в контакт. Ты же имперец. Государственное дело. Иди своей дорогой. А ну-ка иди. Вот сам своей. А ну-ка иди сам своей дорогой. Вот твоя дорога. Ладно. Давай, сразимся. Давай, как солдат, солдат. На равных. Минус один. Нет одного. Че, лучник, да? А ну-ка иди сюда, что ты поймешь. Кто это такое? На тебе. Ахи-я. Подождите. Сейчас, секунду. Черт, он сейчас же убьет. Предметы. Зелье. Да, ну ты получишь от меня! Нет, какого мне как надеюсь, смотри его. Вообще пригодилось. Во! Да? Я! Расслаблены! Отступаем! Ну что? Черт, я сейчас умру. Предметы. Ладно, что ж. Это последний шанс. Ладно, сражаемся. Как солдат, человек с человеком. Фатальти! Фатальти! И что? Все так просто? Я разочарован в вас, ребятки. Уоуч. Возьму этот лук. Факела тоже возьму. Так ничего. Наконец-то хоть какой-то экшен после нескольких часов обычной игры без ничего, без скуки наоборот. Ох, экшенчик, я тебя люблю. 17 минут у нас прошло, дорогие друзья, зрители, не знаю, что. Ставь нас 3 минуты и погласно. Вот почти что и пришли как раз к городу. Гаварня Ханигана. Кстати, я еще подумал пройти игру Fallout 3. Ну, это, ну, об этом потом. Сейчас у нас Skyrim и какой-то там Fallout, но он будет городская. Нет, мы тебе убивать не будем. Ладно, уберем оружие. Там у нас кто? Вот, страж, за что? Приказ ярла. Да что? Молодец. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, какой еще краденый товар? Штрафа. Я не знаю, кого я что украл. Что я украл? Эй, подождите. Что у меня все забрали? Я забанил на то, что забрал у имперцев. Фарк. Черт. А это плохо. Чем дам имперцев? Помоги, я не знаю, кого что украл. Сейчас мы попасть в тюрьму, если мы с рабоватых. Кстати, я потом покажу, что делать тюрьма. Чтобы попадать в тюрьму, вам нужно будет еще выбраться там с ним. Что-то по-почему-то есть. Вот этот мужик у нас прошел. То есть идет, прошло, у нас осталось не так-то много, 1 минута. Но мы продержимся. Куда мы денемся? Ладно, я лучше уберу это. Что такое? Ты кто? Прошу, привет. Сейчас не время для безрассудства. Я просто говорю, что надо больше сведений перед тем, как действовать. Что за бесцеремонность? Ярл Балбру не принимает посетителей. Я буду отбиваться, если начну сразу. А Еревет? Ого. Ну, тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ну, я вообще не пропускала, просто зашел. С тобой. Ладно.
Все, ребята, время прошло, но все-таки я хочу знать, что сейчас будет. Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Да. Довелось нас один зажечь, чем пока имперцы пытались казнить меня. Я как уничтожен, дракон сжег кого-то два, а потом бадил. Правда? Ты очень открыто говоришь о своем преступном прошлом. Но мне плевать, кого там хотят казнить имперцы. Особенно теперь. Я хочу знать, что именно произошло в Хелгене. Ну, что произошло, что произошло? Имперцы, как раз собирались казнить его, когда он упал. Но это ему будет неважно. Во имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, имей этот скромный дар в знак моей признательности. Что ты мне дашь? Ты еще кое-чем можешь что мне ужасно? Помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. А пока мы идем его искать, я вам скажу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если не подписывайтесь на канал, вы не поставите лайк, я украду этот бокал. Украду его, украду. И буду с ним пить. И знаете, что я уже делаю? Я уже украду эту меду. Да. Так что, если не хотите, чтобы я украл, да все. И даже вот кувшин этот. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ибо я это все украду. Так что, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если ты украду. Пока. Сохраняю игру. Сохранение. И я все.